Правительство Ульяновской области собралось на первое в новом году заседание. В начале совещания премьер-министр Александр Смекалин отметил, что регион смог достойно завершить 2017 год. Растет промышленное и сельскохозяйственное производство, вводится все больше жилья в эксплуатацию. Озвучил председатель правительства свежайшую новость. Область вернулась в число лидеров по привлечению инвестиций. В рамках Гайдаровского форума был озвучен рейтинг инновационной активности региона, где Ульяновская область еще раз сделала очень серьезный шаг вперед. Мы поднялись в рейтинге с 16 позиции на 8 позицию. Вошли в десятку, закрепились окончательно в десятке регионов-лидеров. Достижения региона приносят дополнительные доходы в областную казну. Изменения в бюджете, с которыми правительство выйдет на законодательное собрание, были одним из важнейших вопросов заседания. В целом доходная часть бюджета увеличивается на 2 миллиарда 408 миллионов, и доходная часть уже будет составлять 50 миллиардов, а расходная часть будет составлять 49,2 миллиарда в связи с тем, что у нас, как вы знаете, профицитный бюджет. Дополнительные доходы получены в результате корректировки безвозмездных поступлений с федерального бюджета и экономии на обслуживании государственного долга. Дополнительные средства пойдут на выплаты зарплат бюджетникам, формирование комфортной городской среды, строительство школ в микрорайоне «Искра» и улучшение транспортной инфраструктуры. Еще один вопрос на повестке дня касался машин. Изменения внесены в областной закон о транспортном налоге. Они направлены на упрощение предоставления налоговых льгот. Теперь заявитель обращается в налоговый орган с заявлением, не прикладывая к нему никаких подтверждающих документов на получение льготы, если у него на руках их нет. Налоговый орган обязан с даты вступления данного закона самостоятельно затребовать данные сведения у всех организаций и субъектов, которые располагают данными сведениями. Под действие закона попадают ветераны и инвалиды, которые пользуются льготами по транспортному налогу. Законопроекты приняты на заседании правительства единогласно. Теперь их предстоит рассмотреть депутатам законодательного собрания. Егор Титов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.